Hey guys, с вами Шимик, и мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands. И да, я забыл восстановить ЦХП. Прискорбно, но ладно. Еще успею. Так, как раз уже хилочка подъехала. Нам нужно идти в ту сторону. Только я не понимаю, тут слишком много поверхностей вот этих вышек. Как будто то что-то лежит, везде что-то спрятано. Так, ладно, возьму револьвер на всякий случай пока что. И тут денежка. И все. Я сюда поднимался ради денежки. О, тут еще есть что-то. Что-то еще. Окей. Ради еще немного больше денежек. Так, укрытие использую свое. Окей. В смысле? О. Так, окей. Пойдем так. Сейчас будут вылазить твари. Ну, я так думаю. Так, нужно перестать горбиться. А то буду горбатый. Так. Тихо. Грину. Мне нужна еще одна грина. Грина. Так, орудие. Так, наверх. Скорее всего, там что-то есть. Нету. Я просто иду в другую сторону. Брик, короче. А, ну хотя я не зря сюда лез, ладно. Стой. Я только что... Не показалось? Окей. Хоть там есть сундук. Я изначально... Мне показалось, что типа... Тут этот такой широкий сундук. А на самом деле оказалось нихера. Ну да, Брикс. Очень смешно. Очень-очень. Короче, слушай, Брик, я так подумал, скорее всего, нужно возвращаться обратно, то сейчас мы куда-то с тобой зайдем. Хер знает куда. Найдем все-таки обратно. Я потом сюда вернусь, когда пойдем уже в ту сторону. По сюжетной линии. Так, давай спускаться осторожно. На лодочку. С лодочки вниз. И прямо до конечной. Так как я вижу, тут много очень именно тропинок без зданий. Ну, тут, ладно, здания есть. Здесь либо скаги будут, либо эти черви. Так, ну с этим можно и так. Давай, катись на меня. Почувствовал это? Так, револьвер, патроны, патроны револьверу. Снайперка. Граната есть, у меня все фул. Давай, следующая волна. М-м-м,
хочу вообще с ними драться. Ладно, пробегу просто. Тихо. В смысле? А что мне так вынесло? ХП. Серьезно, это одно попадание в того чувака? Огненного. Короче, пускай стреляется. Посрать. Я даже проверять не хочу. Так, патроны. Окей, ухожу. Только возьмите сувенир. Сильно. Вот чем? Что там так взрывается, я не понимаю, это у тебя? Пипец. Так, набор для железяки сейчас нужно где-то еще искать. Хилки нету больше. Вот тут еще нужно сходить. Спасите железяку. Так, еда, окей. Револьерка. Деньги. Ничего нету. Так, вижу мусорники. Нужно будет спрыгнуть, посмотреть, что там. Хорошая ружка была на вид. На деле я не знаю.
Или вниз лучше стоит спрыгнуть? Да, спрыгнем вниз. Или на обратном пути, в принципе, можно. Не, спрыгну сейчас. Деньги, патроны. Стоило? Не стоило, в принципе, ладно, тут ничего больше нету. Так, что по патронам? Перезарядка есть? Так, снайперку перезарядить. Так, револьер. Железяк не ной, сейчас все помогу тебе. Почувствовал это. Так, у меня уже почти половина нового уровня. Так, мне теперь не хватает этой снайперки, чтобы убить, то есть ваншотнуть врага. Нужно искать новую теперь. Более лучшая вариантность этой снайперки. Деньги, деньги, деньги. Ого, у меня уже денег 277 тысяч. Так, вижу вон еду. Туда только запрыгивай, да? Так, окей. Окей. Не падай, куда? Что там проваливаешься? Так, еще 7 банок с едой. Мусорник. Ничего нету. А он откуда появился? Ладно. Зараза. Короче, подхожу ближе. Thank you.
Это был босс. Все, готово, готово, готово. Это был босс, Рили? Варюха? Окей. Так, еда. Еще 8 контейнеров с едой. Еще один контейнер с едой. 0 контейнеров с едой. Все. Так, теперь я использую ульту, чтобы отвлекаться. А ремонтный набор я так и не нашел. Вот это херь, блин, я не ту гранату поставил. Команда повреждения, навык. Навыки, навыки, ладно. Фу, черт. А мне возвращаться надо. Потому что я забыл ремонтный этот наборик. Черт. Черт. Зато сейчас я пойду, возьму и улучшу себе рюкзак. А вон и сам этот наборик. Оп. Оп. Готово. Так, а где наш больной? Танда. Ух, что ты, железяка какой-то этот там. Так, апгрейд. Хорошо, увеличение рюкзака. 325. Медленная регенерация. Перед включением создает небольшое облако кислоты. Но у меня там регенерация. Так, стопы. 58. Плюс кислота идет. Это липучие гранаты. Модификация классов. Это 2, да? Повреждение в ближнем бою. Максимум здоровья 36. Так, а что здесь у нас? Навык телохранителя, сокрушающая сила. 36-32%. 36. Навык кровавого спорта, тяжелый удар и ярость. Так. Вот это переполняющая ярость. Тяжелый удар. Кровавый спорт. Как раз. Слушайте, хорошее, вообще хорошее. Плюс еще повреждение в ближнем бою. Это идеально для меня. Давай. Я забыл то, что железяки они же еще что-то дают. Пожалуйста, откройте контейнер. Спасибо, слушай. Фиолетовое дерьмо, 13 кусков. Дробаш. Сколько? Это дробаш столько? Подожди. У меня 78 и 12.
230. Лол. Тут 2 патрона, тут 6. А ну-ка, 78. Это 700, если умножается крит на 12. 700 с чем-то, да? А здесь у нас сразу чисто идет 230. Повреждение, скорость перезарядки хорошая. Стрелять, колотить. Он стреляет ракетами. А ну-ка. А, все, нет. Хер. В смысле? Серьезно? Реально, он стреляет ракетами. Но дело в том, что тут нету прицела, а в моем, допустим, где он? Есть прицелик хоть какой-то. Так, ладно. Место у меня еще есть. Следующий фрагмент. Теперь мне нужно спуститься вниз и идти в другую сторону. Видосик где-то будет длиться на 40 минут. Они появляются в непонятном месте. Сейчас жуки прямо передо мной вылезут. Деритесь, я сейчас пойду за фрагментом. Крот убит. Пойдем убивать крота. Одного мы уже убили. Теперь крот. Так, 2 долбоеба наверху. 1 долбоеб наверху. Я не понимаю, они говорят, покажи, где крот, или покажи, где кровь. Очень медленная регенерация здоровья. Перезарядка идет лучше. Медленная регенерация здоровья, но и тут тоже идет медленная регенерация здоровья. Очень медленная регенерация здоровья. Но увеличенная скорость перезарядка именно самого щита. Да, быстро перезаряжается, я беру его. Так, место мне осталось еще до 4 оружки. Продажа здесь недалеко, поэтому пойду сразу продам. Так, деньги вон внизу валяются. Если нужны лекарства, подходим и берем. Продать, 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 продать. Продать, продать. Заходите. У нас вы найдете оружие и снаряжение по самым выгодным ценам. Да я посмотрел, но я хочу купить себе этот апгрейдик. Но не могу. Так. Наверх, 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 наверх. И как долго мне бежать? Дольше, чем туда. Ладно. Ух, подлетел он. И перезарядка быстрая, ну именно. Сколько ждать нужно? Почему ты так тихо? Серьезно, ни одного врага? Странные вы, странные. Ты
Я ничего. Так. Нахера себе ты метаешь? Он аж он метает, еще и попадает. Покажи мне кровь! Да, покажи мне кровь, говорит он. Так, ладно, револьвер используй лучше. Почувствуй это. Почувствуй нашу любовь. Так, револьвер. Деньги $28. Зачем сюда нужно было спрыгивать? Если тут ничего нету. Так, ладно, идемте сюда. Так, здесь я вижу потайной проход, пещеру. Сейчас выскочит на меня как хуйня в виде сундука. Взять стихийное орудие. Можно поверху пойти. Мы пойдем поверху, потому что там вижу потом, как бы нет прохода. Но, скорее всего, там есть сундук. Так, тихо. Снайперка. Мне нужны патроны для снайперки. Дайте мне патрон для снайперки. Револьвер. Тоже не подпирается, значит, все фулка. И можно отправляться. Мой прикус стал. И это у меня улучшение этой хери. О, все, теперь я стал берсерком. Я им стал, наконец-то. Так, опять электробомбы. Херовые электробомбы. Ну, не скажу, что такое и медленное. Крит по голове. Летает он, смотрите, в воздухе. О, качок, привет. Покажи мне кровь. Давай быстрее. Все хорош. Тихо. Залазь. Не падать.
патроны, патроны. Так, ладно. В принципе, то же самое, что сократил путь, сохранение. Так, окей, половину мы прошли. Даже не на час. Ой, потом в другие места возвращаться. Ладно, плевать. О, неужели? Пожалуйста, не стреляйте! Не стреляйте, не стреляйте, не стреляйте! Кром. Это туда он стреляет по мне. Окей, чел. Ты думаешь, ты один можешь стрелять? Как бы это не так. А где взрыв? Окей, я тебя понял. Раша, меняем позицию. Раша, меняем позицию. Тихо. Так, наверх могу здесь забраться? Могу. Все хорошо. Сокращаем дорогу как можно. Вижу супер сундук для себя. В смысле, блядь, прекрати стрелять. Жду, пока перезарядится щит, иду, короче, наперед на что. Не
Пускай пресс решается. За херь. Он даже, понимаете, в чем дело? Не захотел вылезти с машины. Он как машина. Да уж, ладно. Там из него хорошая какая-то шмотка выпала фиолетовая. А, дерьмо. Вам удалось найти еще один фрагмент ключа без моей помощи. Ведь так? Учтите, я постоянно за вами наблюдаю, друг мой. Берегите себя. В этом деле появилось много заинтересованных лиц. Хуйня, хуйня. Эй, хуйня, хуйня. Куда мне теперь возвращаться? Ладно, потом. Нужно будет потом это еще вместе выполнить и все. Потом я вернусь. Обратно верну все миссии. Выполнены. Ну, это, конечно же, в конце именно будет все. А сейчас нам нужно выйти с этой локации чертовой. И все. Можно заканчивать серию. Ух, падать. Еще бежать, сейчас еще скорее всего и враги заспавнились снова. Магазин, новый товар, хорошо, посмотрим. Четыре часа утра. Так, вижу мародеров. Покажи мне кровь! Вот эти вешалки. Фух, выход, 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 выход. Скорей. Все, сохранился. Ну что, давайте тогда на этом и закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем спасибо, дорогие друзья. До новых встреч. Пока.